северной столице в канун дня празднования памяти равноапостольного великого князя Владимира митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил всеночное бдение в князь Владимирском соборе. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Князь Владимирский собор был возведен в 18 веке на месте Никольского храма, построенного еще при Петре I. Главный престол осветили в 1789 году в честь празднования 800-летия крещения Руси. В этом году, в канун престольного праздника, всеночное бдение здесь совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Владыки сослужили благочинный Петроградского округа, настоятель князь Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин и другие представители духовенства. Во время богослужения митрополит в Арсенофии совершил елеопомазание молящихся. В завершении владыка обратился к пастве с проповедью, в которой отметил, что князь Владимир прожил как бы две жизни. Одна прошла в язычестве, а вторая началась с принятия христианства. Но самое главное, что оставил он всем нам, как наследие его, это духовное богатство, это вера православная. Вот что от него осталось. За что благодарны ему князю сегодня пели величание и благодарили его, что он идола поправ и Русь привел ко Христу. Митрополит обратил внимание молящихся на то, как изменился князь Владимир, став христианином. Он стал настолько милосердным, что даже хотел отказаться от наказания преступников, от чего его отговорили епископы. В завершении проповеди владыка призвал продолжать каждого из нас святое дело князя Владимира по сохранению православия. Настоятелю протоиерею Владимиру Сорокину в канун его именин был подарен наперстный крест.